В турнире участвуют команды, представляющие две конфедерации футбола – Европы и Азии. Это команды России, Румынии, Эстонии, Ирана, КНДР и Японии. Игры пройдут на полях «Спутник Спорт» на Мацесте. Молодежная сборная России в первом матче сыграет с Румынией. Товарищеские игры, вот такие турниры, как «Кубанская весна», тем более он единственный турнир в нашей стране. Поэтому, тем более, когда приезжают сборные, такие представители, как Япония, Корея, нам вдвойне приятно, потому что это обмен опытом, это какие-то новые футбольные тактические вещи. Поэтому, ну, в общем-то, здесь, наверное, неоднократно тоже подчеркивал, мы здесь находимся как дома. В регионе на сегодняшний день наш женский футбол развивается активно, как вы видите, да, у нас команда, две команды будут представлены здесь. Одна из них это, можно сказать, сборная команда России, но по факту это там процентов, наверное, 80, это у нас региональные девушки-спортсменки. Что касается, то есть, что если говорить о регионе в целом, женский футбол, пожалуй, наверное, один из самых серьезно развивающихся по стране. На первом этапе 8 команд, поделенные на две группы, по 4 в каждой, сыграют по кругу в своих квартетах. Матчи группового раунда пройдут 11-15 марта. По его результатам борьбу за медали продолжат обладатели первых двух мест из каждой группы. Остальные 4 сборные разыграют 5-8 места по системе стыковых матчей.